красный, порядка 10 секунд ловил. Поворот налево автомобилистам, следовавшим из центра по Горьковскому шоссе в сторону Можайского, запрещен. Для того, чтобы попасть в район Телевышки, необходимо поехать направо и там, развернувшись, продолжить движение. Водитель за рулем автомобиля «Форд» так и сделал. Дождавшись зеленого сигнала светофора, он начал движение. Но на середине дороги справа в его машину врезался «Опель». Получил удар, машину отбросило в сторону, я как огляделся, сразу выскочил, смотрю, там две девушки сидят. Я подошел, спросил, все в порядке, ну, да, они вышли в шоковом состоянии, подушки сработали у них. Ну, все. А что девушка говорила? Ну, она хотела пролететь. После столкновения автомобиль «Форд» отбросило влево в сторону металлического ограждения. Очевидцы говорят, что водителю немецкой машины сильно повезло, ведь от удара иномарка едва не перевернулась на крышу. Секунд 15 у нас уже зеленый светофор горел. Вот. Он буквально только тронулся, я сзади него ехал. Вот. Я смотрю, она летит, я по тормозам. И все, и буквально такой толчок, его прям, у него, видите, даже этот бампер, получается, машина подкинула ее немного, когда он падал обратно на место, бампером задел, и все. То есть толчок хороший был. Обе машины получили серьезные технические повреждения и смогли покинуть место ДТП с помощью эвакуатора. Люди в аварии не пострадали. Ислам Тыпальбер Даминов, Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.